посмотрела сейчас ролик очень печальный про село Муром Белгородской области. Девушка едет, как вот я обычно показываю, да, вам показываю Америку, да. Она показывает село Муром Белгородской области. Школа посещенная, дома посещенные, нет ни одного целого дома. То есть где-то крыша, где-то стекол нет, ни одного человека. Говорит, ну, страна предлагает, ну, Россия предлагает им переехать. Москва, кто-то, ну, Москва, решает же все Москва. Москва предлагает им переехать в пункты временного назначения, проживания. Что это такое пункт временного проживания? Ну, представляете, вот у вас есть, ну, кто меня смотрит, да, Москва, вот у вас есть квартира. Я вот спрашиваю, приходит ко мне молодежь, да, и говорит, я говорю, ну как вы провели выходные? Он говорит, я дома провел. Я говорю, а почему никуда не ходили? А мне нравится дома. Такой, мне нравится. Белгородцы вот в Муроме, в город, село Муром, тоже нравится дома. Но как-то не получается жить, не получается дома. Вы какие-то все ебанарии. То есть, получается, есть такой коврик под ногами, такой... Вытираем об этом коврик ноги, да, похуй этот Муром, да, это Жмуром, Щебекина, Щебякина, Жмурина, а похуй. Школы там, дома все, они жили-то хорошо, они тоже в выходные сидели дома, у них были домой, да, хорошие, да, у всех хороший дом. Вы знаете, Москва, у всех хорошо, пока, сука, в твой дом не пристучится война, у всех там, и что они в этом пункте временного проживания, что там у них, что у них там есть, скажите. Вот есть дом, да, свой унитаз, своя постель, свои стены, свои окошки, свои паучки даже бегают по потолку, а тут пункт временного проживания. Звучит какая-то как казарма, как гетто, как, я не знаю, как какой-то лагерь, там, не знаю, для, не знаю, там, резервуарцы какая-то. Что вы сделали с Белгородской областью? Вы говорите, бомбили Донбасс, бомбили. Но они не уезжали никуда, не пункт. Они жили дома, а вы белгородцев лишили дома. И теперь где они? Теперь что они? Что они? Это что? Это просто, как, знаете, я даже не знаю, как сказать. Какое мерзкое отношение к жителям. Вы даже не восстанавливаете ничего. Какого-то хуя Мариуполь отстроили. Мариуполь отстроили. А Белгород?